Привет! Вы на канале Печки-Лавочки. Семейный влог. Жара просто капец. А работать надо. Поедем поработаем. Оля, только чур за этот, за электропастух не трогаться. Давай без этих вот экстремальных этих видов спорта. Не-не-не, не такие. А вот, там еще четвертая. Не надо держать. Не-не. А это которая в пакте все время лезет? Хорошая такая. Ласковая, да? Угу. Это та, которая в прошлом ролике за папой бегала. Да? Лыска, иди тебя поглажу. Иди сюда, Лыска. Люби, чем бы ее гладили. Только чесали. Такое вот, скажи, тут почеши мне. Ну только не надо брызгаться. На меня. Таня подойдет, думаешь? На, я тебе вот такой задобрить хочу. Блин. Ну, некрасиво, не рубишь. Причем она знает. Сейчас Олиным родителям привезли сено, надо будет выгрузить, помочь. Это вам не козочкам сено, да, привезти? Это сегодня две машины такие, и потом еще, наверное, две. Тюки по 14 килограмм, сразу порционные такие. Взял тюка, коровью положил, и все, и нормально. Не надо скубать, колупать его. Так, отходите, чтобы не повредить никому. Такие больные. Повысекают, было по 16. Сухие полы. Они так слабо стекованы. Чего? Ух ты как, Юрка, аж подкидываешь. О-о-о. Наташа там на приемке. А что ты аж подкосилась? На. Жарко тебе, что ли? На. Жарко? Ну еще погода более-менее. Нет, ты не что-то покраснел просто. А, да? Да хорошо. Когда у Сережа, ты уже синеешь. Нормально. И арбузика съесть. Час. За час отгрузили. Ну. 4800, да? 4,8 тонны. Угу. Людей было сколько?
Ну аппарат платный, наверное, да? Нет, все бесплатно. Бесплатно? Да. Халява, Оля нам повезло. Такой халявы нигде нет в Брестской области. Да вы что? Все включено. Все включено в твою работу. Оля, ты будешь мыть? Вот смотри. Да. Вот это насадка, это фреза. Так, так, так. Вот это фреза. Она моет реже. Режет. Хорошо она моет. Так. Вот это, где ты разберешься. Да. Сейчас это ручка. Это она регулируется. Ага. На мытье мылом. Так. И на мытье водой. Ага. Она так крутится где-то. Должна крутиться. Видишь, я не знаю. Вот. Сюда. Значит, ну там посмотришь. Вон угу. Там... Я понял. Хорошо, мылом разберем. Как обычно, что? Технически вносим правки, да? Ты думаешь, так просто? Ну, хочешь, я подержу его? Ну, любого вида. Ну, майских сколько? Да. Так? Халтурит. Халтурит, как все надо для себя. Но. Это щупчиком такой прикольный. Правильно она делает. Лучше, чем я, скажите. Ну. Заодно решили еще и ковер помыть. Да, такой старенький коврик. Ну хай будет, помоется и будет чистый. Поели. Блин, я бы, если честно, сейчас бы так вот даже так полежал. У него там загорать можно? Наверное. Ну, на озеро пойдете купаться. Ну, я бы искупнулся. Первый огород. В смысле первый? Ну, он в этом не садил здесь еще никогда. А, да? Да, они в этом году решили купить. А, картошечка, все как надо. Да. О, ты глянь, колодец. Колодец, а есть, а больше анима воды, да, такое это типа есть? Есть? О, все, попробуй, колодец, пожалуйста. Вкусная, хорошая. Ну-ну, давай, наберем, конечно. Ну, чистенькая водичка. Прозрачная. Зубы не сломать только бы. Об ведро. А, хороша водица. Колодезная. Хочешь? Не, я не хочу. Полить тебе что тебе? Тули полить? Ростик, то мы здесь будем скоро париться, наверное, зимой, да?
сделать шарах, чтобы это освободить. Это очень похож, такой как мультика Шрека. Наш близнец нашего, да? Да. Ну что? Это Чуня. Чуня? Ух ты, Чуня. Не, нормально. Слышишь, тут вообще скользко. Там глина. Вода теплая. Я пойду лучше. А ты уже сейчас не вылезешь тут. Держись за траву. Давай руку. Держи меня, Соломенко, давай. Держи. Давай руку. Да ладно, все, о, я сейчас такого. Она сейчас вырвется. Смотри, Юра, там люди прям под этим мостиком. Еще и задом. Долго думал? Юра! Ну прекрати! Смотри, он прям под мостиком. Сейчас прыгнешь кому-то на голову. Давай снимем, правда. Снимай. Давай передом. Надо. Ой-ой-ой. Отходи. Ну сразу здесь достал. Достал? Да. Тут не глубоко. Ну да. Ну потому что под давлением. Потому что веса больше, чем у Макса. Ой, а водичка вообще огонь. Да? Ветер такой холодный. Да ищи помидоры, ориентир помидоры. А, помидоры я знаю. Где? Идем рвать горох. Да, бассейна, горох. О, горох, я вообще обожаю горох. Так. Смотри, Оля. Смотрю. Зырь, зырь, зырь. Зырь, зырь. Вещь? Я только любила вот эту штуку есть, когда раньше. А, вот, вот эту шкурку? Вот эту шкурку, да, шкурку снимала и потом ела, да. Ой. Не червивый? Я помню, не. Да. Я помню, на даче. У нас дача была. И горох. Гороха наберем. И на озеро. Угу. Ой, блин, ты чё? На. Я не люблю горох. Обалденная вещь. Поставьте лайк. Угу. Кто хочет, кто хочет. Кто любит. Кто любит. Горох. Ты же это я, получается, что сегодня второй раз за год купаюсь. Угу. Да? Третий. Мы же на озеро еще ездили с тобой. У нас на Красном дворе. А на Раков. А, и на Раков, получается, да. Третий раз. Шикуешь в этом году? Вообще шикую. В прошлом году ни разу, наверное. Это мне повезло, конечно. Год удачный. Красивый цветочек. И уже распускается. И запах стоит. Такая красотень тут у мамы. Так вы попробуйте, положите чуть-чуть коровам, посмотрите, будут ли они хоть его есть. Не, сейчас они не будут, сейчас же трава. Это же уже потом в голодухе.
Макс, иди, они уже катят. А там надо, чтобы кто-то принимал. Юрочка, аккуратно. Юра, ты что, ты у меня один, куда ты полез? Катаем старое сено. Сделать так, оно вот такое плохое. Перекрываем, делаем как стенку, чтобы те тюки маленькие не падали. Вот. На видео так не видно, но вот эти какие-то розовые, это зеленые. Ну? Прикольно так. Это ж утиные, да? Вишенки мне нарвало, да? Да, будешь кушать. Молодец. А ты не кушаешь их? Нет, они кислые. Ты кушаешь черешню, а я буду вишню. Ну, черешни тебе больше будет. На, кушай. Не хочу, он кислый. Дубль 2. Уже ночь пришла. 10 часов ночи. Быстренько, много людей. Мы еще меньше, чем за час. Тут за час разбудили. Вы уже сейчас на опыте. Все, ребят, вот и посмотрели, как мы поработали. Все, ребятки, всем пока, до новых встреч. Пока-пока.